1 апреля. Прекрасное утро. Погода вроде как налаживается. И это хорошо. Рыбари забросили свои гарпуны, ждут поклевки. Природа обновляется, возрождается. Слышны голоса птиц. Радуется. То есть все радуется. Я должен поблагодарить вас. Смотрел места, где смотрят мой канал на мировой карте. Смотрим аналитику канала. Самые популярные регионы, где меня смотрят. Россия 53%, Украина 18%, Казахстан 8,1%, Беларусь 4%, Германия 3,3%. Далее, я рад, что и мужчины, и женщины просмотры сравнялись 50 на 50. Раньше где-то женщин было процентов 25. То есть я очень вам благодарен за то, что вы меня смотрите, за то, что вы меня поддерживаете. Интересуетесь, и, естественно, я со своей стороны также буду откликаться на ваши запросы, рассказывать о себе, потому что моя жизнь, моя борьба, это примерно с чем сталкивается каждый человек. Будь то мужчина, будь то женщина, будь то ребенок, будь то пожилой. Как-то меня спросили, ну вот, канал, тем более у меня канал с 2011 года, с конца 2011 года, и что-то так вяло он развивается. Так говорят, ну что вот, что-то слабо. А я говорю, да, еще не достиг критической массы подписчиков. И вот до 10 тысяч, так, более-менее, подписчики были. Ежедневно, так, понемножечку там. Потом стало побольше, где-то примерно так. За 3 дня сотенка набиралась. А вот вчера я заметил такой какой-то скачок. То есть неужели критическая масса достигнута? Более 10 тысяч она сыграла свою роль. А возможно, и так и есть там ютубовские эти, как там они называются, алгоритмы подхватили мой канал и начали его так рекомендовать везде. Возможно, так я думаю. И значит что, буквально таки вчера было где-то, я смотрел, говорил жене, о, 270 там с чем-то подписчиков. И ожидается 300. Так, я прогнозы делаю. А на сегодня, это вчера, вот 270 там с чем-то было. А сейчас уже 600. За 600. 600 там 4 я вот уехал. То есть такой резкий всплеск подписок. Народ пишет. И это хорошо. Благодарю вас за то, что своим вниманием, подписками вы отметили меня. Благодарю. Я не люблю сценариев, хотя понимаю, что они нужны, хотя бы что, зачем излагать. Вот я сюда ехал. Так, много вопросов хотелось осветить. И вот главное их в какую-то такую последовательность, логическую последовательность. Но первое, пошло гораздо больше вопросов. Причем вопросов сложных, связанных там с онкологией, с какими-то там заболеваниями.
Вот. И что я хочу сказать? На что-то я, конечно, знаю. Но далеко не на все я знаю, как там то лечит, как это лечит, тем более какие-то замудренные заболевания, названные по латыни. И вот непосредственно вот на это вот заболевание, на, допустим, поджелудочную железу или там еще, наверное, что-то там. Если что-то болит в организме, это говорит о том, что наш организм в целом уже сдал свои позиции. И поэтому надо эти позиции возвращать. И не что-то конкретно делать в зашлакованном, набитом паразитом организме, а вести такие общие оздоравливающие мероприятия, в первую очередь по очищению от шлаков, которые человек накапливает с самого рождения и думает, что так оно и должно, и от паразитов, которые потихонечку подселяются в его организм, опять-таки с самого рождения. Их становится все больше и больше и больше, чем длиннее жизнь. Потому что общение, контакт с природой, которая, с одной стороны, очень хороша, а с другой стороны, она также снабжена, вернее, тут кругом паразиты на разного рода уровнях. И все это норовит тебя просто-напросто съесть. Поэтому надо уметь защищаться от этого. Как бабушка Чернышиха, 96 лет, любое заболевание, пятки керосином, опа, смазала и побежала вновь. Великолепный результат, 96 лет. При этом, не зная о здоровом образе жизни, а просто ведя жизнь, рожая детей, содержа семью, зарабатывая себе на хлеб, и при этом еще надо следить за своим здоровьем. И вот это вот правда жизни. Правда жизни такова. У меня перед глазами стоит пример. Пример такой. Мы взяли котеночка. Он еще такой, знаете, подросточек. И тут у котов начинается гон. И вот он, мы его там, дома. Да посидишь ты дома, да куда ж ты лезешь? О нет, я побегу. Вы что? Меня ждут кошки, меня ждет такая шикарная жизнь. Сейчас я тут буду наслаждаться любовью, буду наслаждаться полностью кошачьими вещами. Ну что, выбежал. Не без того. Где-то 2 дня его не было. Потом прибежал, весь побитый, весь грязный. То есть большие котики его поучили уму-разуму. И он после этого целых полгода никуда не ходил. Вот так точно и человек. Эх, сейчас я как вырасту. Эх, сейчас я как пойду в жизнь взрослую. Любить, гудеть, проявлять себя. Ну, а жизнь ему показывает в ответку, как это бывает. И потом уже начинает лечиться. А что ж такое? А как же так? Вот, нахватается разного рода. Не обязательно там каких-то там листом. А еще хуже вот этих вот мелких микробов вредных, грибков этих и прочего. Прочие заразы, которые, знаете, его точат. Так, медленно, но верно. Вот вопросы задают там.
разное. И в частности там, ну, спрашивают, что вот что-то там с костями, с костным мозгом. Самое ценное у человека, если так взять, это те органы, которые вырабатывают новые клетки. Вот. Как нам говорят ученые, стволовые клетки вырабатываются костным мозгом. Поэтому вся эта вот онкология, все эти вот грибки, если мы берем утверждение некоторых специалистов, что онкологию представляют собой разного рода грибки, перерожденная кандида и прочее, то, естественно, куда надо стремиться? В те места, где рождается новая жизнь. То есть самое-самое ценное. Это у человека костный мозг, который продуцирует вот эти вот стволовые клетки. Значит, надо туда влезть, в этот аппарат, и уже напрямую его употреблять. И, возможно, вы слышали такое замечание, что вот онкология была, потом метастазы пошли в костный мозг, и человека не стало. То есть защитные силы были преодолены, полезла туда, и пошло. Вот, как от этого защищаться? Как от всего этого защищаться? И вот тут опять-таки смотрим на окружающую нас жизнь. Вроде бы она прекрасна, с одной стороны. А с другой стороны, она равнодушна и безжалостна. Вот человек заболел. Ну вот пойди полечись, а то все, 5-10 там. Я уж не беру денежную сторону вопроса. Человек лечится, ну что-то не помогает, что-то не так. Вот не повезло. Вот тебе и равнодушие. Вот тебе и безжалостность. Вывод. Здоровье. Это твое личное достояние, которое сплавлено с жизнью. И ты должен его всегда держать под контролем. При себе и под контролем. Как только отдается вот это вот, понимаете, нас голову забили, что вот кто-то что-то там сделает за вас, за деньги. Оказывается, далеко не все делается за деньги. И вот здесь человек сталкивается с разного рода вопросами. Ну и лучше всего взять свой собственный пример. Я, как и большинство, прижало. Я, значит, обратился в больницу. В больнице вижу, что-то не то делается. Ну, значит, надо за свой собственный ум браться. Вычухался. Вроде нормально, вроде хорошо, вроде увлекся. Вот, потом за суетой всех этих дел, как-никак семья, надо заботиться о том, о сём. Это потихонечку сошло на нет. Так, эпизодически поддерживал. Вот. Ну а если там чем-то человек плотно занимается, типа как я там телевидением, дело новое, интересное, доходное. Вот, тут уж как бы сказать, особо не до здоровья. Вообще есть такие профессии, ну которые, знаете, они норовят тебя полностью подчинить, полностью засосать, полностью использовать.
хорошо, если ты что-то там взамен получишь. А так используют и выбросят. Вот за эти 5 лет где-то, ну, хорошо меня телевидение использовало. Даже нельзя сказать, что какие-то конкретные люди. Вот само понятие телевидения. Вот. Если ты, так сказать, стоишь на лобном месте, а это на съемочной площадке, вот тут с тебя и берется по максимуму. Это какой-то съемочная площадка, это какой-то геопатогенное место такое, или техногенное место, патогенное, болезнетворное, которое потребляет твою энергию. Ну, я не знаю, как даже это выразить. Особенно поначалу, потом как-то человек привыкнет, если он выдержит первые года два. Вот. И потихоньку, полегоньку дальше уже пойдет, устоявшись в этом деле. То есть начинает тогда уже чувствоваться, как рыба в воде. Но все равно где-то съемку, где-то туда. Вот я веду этот дневник на канале. Я постоянно с камерой. Съемка — это одно. Второе — это монтаж. Ты сидишь и монтируешь. Это уже у тебя задница, как говорил. Ты, говорит, должен иметь чугунную задницу. Так вот, писатели и блогеры, они как раз имеют вот такой чугунный зад. У меня просто задница стала болеть от сидячки, от того, что ты долго сидишь. Вот, это монтаж. Далее выкладывание. Это тоже не такой непростой процесс. Вроде что там, да, выложил. Надо подобрать слова, надо подобрать еще какие-то вещи, еще. Все это существенно удлиняется. Вот. И непонятно, даст ли это свой эффект затраты, либо не даст. И тут должна быть вера в себя, вот, в любой профессии. В любых делах это вера в самого себя. Ну, тогда что-то начнет получаться. А пока этого нету, попробовал, бросил и ушел, отступил. И возвращаясь к оздоровлению, это вот то же самое. Иногда бывает, ну, если взять голос, где-то до серьезных таких результатов как минимум 2 недели должно пройти. Ну, для человека с нормальным телосложением, чтобы там развернулись какие-то такие процессы, которые начинают там уничтожать вот эту вот болезнетворную микрофлору, там грибки вы будете видеть, как отходят. Вся эта ерунда полезет с вас. Вот такой вопрос был. Если имеются паразиты на голоде, они куда-нибудь полезут, не полезут? Ну, как правило, организм становится настолько мощным, что они начинают вылазить. Как вылезут, где вылезут, это уже другой вопрос. Но в основном через кишечник сбрасывается. А там всякое может быть. Пугать не буду.
Я думаю, в основном через кишечник, в случае чего. Но гарантии никто дать не может, что будет так. Ну и во-вторых, это должно быть куча каких-то этих паразитов. Вот, значит, создаются условия, когда организм становится им чужеродным. То есть идет закисление. Закисление бывает разным. С помощью углекислоты, это от дыхания, раз. С помощью там кетоновых тел, когда там идет неполное расщепление жира, это второе закисление. Вот. И тут начинает путаться с этой щелочностью, кислотностью. Запутались. И одни говорят, это полезно, это там вредно. Вот. Так что закисленность на голоде — это особая среда, которая нужна организму для того, чтобы он дальше во время голода жил, существовал и, естественно, очищался от шлаков, от разного рода паразитов. А закисленность вот в обычной жизни — это когда человек закислил какими-то, будем говорить, шлаками, это совершенно иная закисленность. То есть это уже, будем говорить, болезнь. Как и подъем температуры. В целом, когда температура поднимается, это вроде как вредно для организма, а с другой стороны, она поднимается потому, что это процесс борьбы организма с каким-то болезнетворным началом. Так вот, если что-то там разболелось, там селезенка поджелудочная, пятка, пальчик или волосок, надо прежде всего понимать причины, а что могло бы это вызвать, и потом уже действовать, и не бросать на полпути. Вот это тоже частая ошибка. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Malakhov.pro. Доброго здоровья и до новых встреч!